Королева крымско-татарского танца, каждое выступление которой незабываемо. Прекрасная танцовщица, хореограф и педагог, под чьим руководством выросли сотни юных артистов. Майе Анафиева. Уже много лет остается одной из самых ярких звезд на крымско-татарской сцене. Гости встречи, которая проходила в этнокомплексе «Сарабус», узнали о ее большой семье, первых учителях хореографии, первых успехах, о том, что вдохновляет артистку, заставляя всегда двигаться вперед и не поддаваться усталости. Не зря коллеги называют Анафиеву крымско-татарской атомной станцией из-за ее неутомимой энергии. Майя Ханум, вы работаете в ансамбле «Крым», да, в ансамбле «Юлдызлар». Преподаете в университете в Крымском инженерно-педагогическом имени Фивзея Кубова. Да, помимо этого, работаете в двух школах, выступаете на свадьбах, можете одновременно быть в трех разных местах и при этом везде все успеть. Скажите, как? В чем секрет? Я уже сказала, жизнь прекрасна. Как ты сложишь ее, так оно, как ты график поставишь, успеешь везде. Огромная часть творческой деятельности Майи Анафиевой – работа с созданным ею 20 лет назад детским ансамблем «Юлдызлар». Для них, юных артистов из разных регионов Крыма, это не просто обучение крымско-татарскому танцу, но и погружение в национальную культуру, атмосферу уважения к народным традициям, любви к своему народу. Просто необыкновенный человек, она вот просто неповторима, мы ее очень сильно любим. Майя Ханум больше, чем руководитель, она стала для нас действительно семьей, мы ей очень восхищаемся. Майя Ханум открыла мне мир крымско-татарского танца и обучила очень многому, и я ее очень люблю. Она очень хорошая, очень любит нас, самая лучшая из всех хореографов. Майя Ханум для меня не просто наставник, она мне как подруга. Это мой близкий человек, который открыл мне и подарил путешествие в мир искусства. Майя Ханум для нас — это наша вторая мама. Мы ее очень сильно любим. Майя Ханум. Майя Оджа, бысызны севемыз. С 1996 года Майя Анафиева – неотъемлемая часть крымско-татарского фольклорного ансамбля «Хрым» и его настоящая звезда. Каждая ее сценическая композиция – это целая история с глубоким смыслом, поиск новых путей в национальной хореографии, включая музыку и великолепные костюмы, дизайнером которых становится сама Майя Ханым. Бизим милли хореографиямызда бир революция япкан Майя Ханым. Яны ойынлар, яны кайфетлер. Yani şu pastanovkalar, ben hep vaktaydım halkımızda bir bakşiş oldu. Allah'dan bir bakşiş, bu insan geldi ve bayağı işler yaptı ve daha yapacak. Çünkü onun energetikası o kadar güçlü, o kadar belli oldu. Mayeni başka baletmeisterlerden, koreograflardan ayırgan bir şey, o tematik oyunlar koya. О ойынны баққанда аңлайсың, тілні аңламаған адам біле, бұл ойын не аққында екеніні аңлатмақ керек дегіл. Ве бұл пик яқшы, тарихта қалажақ ши, ве о бірдені дегіл, ондені дегіл, бекінде жүзлерінен ондайын ойындар қойғандыр. Майя Ханум – это как мама, наверное, для каждого из нас, потому что если она прикасается, она, знаете, кинестетик. Если она прикасается, от нее веет такой добротой, теплом и любовью, и нескончаемой энергией. Танец Майи Анафиевой – это не просто жесты, это движение души. Да. Вот таков язык танца этой удивительной женщины. Дари нам дальше эти счастливые мгновения сопричастности к душе своего народа. Во время встречи Майя Анафиева презентовала свой новый клип «Тылсым Лыташлар», режиссером которого она стала сама, и, конечно, порадовала гостей своим танцем «Тым-тым», исполненным под аккомпанемент скрипки Энвера Дульгерова.
Встреча, которая прошла в необыкновенно творческой и теплой атмосфере, вдохновила не только ее гостей, но и ее великолепную героиню. Майханум, прошла встреча с вами, сейчас собралось столько людей, все они пришли вас поддержать. Что вы чувствуете? Я благодарна каждому человеку, который пришел на творческую встречу, Саволнас, за то, что вы меня поддержали сегодня. Я вдохновлена людьми, то, что они нашли время, пришли. Саволнас изге. Майханум, какие у вас планы на дальнейшее творчество? Вот каким будет ваше будущее? Будущее. Дальше будем творить, дальше будем работать над проектами Хусметолсах. Нашему коллективу Илдызлар исполнилось 20 лет. Иншалла, в следующем году мы делаем большой концерт 20-летия коллектива и работаем сейчас над этим проектом. Келинес, ждем вас всегда. Сен маңасыз бермедин, бу иште бир ойын бар.